Московский государственный технический университет в войне имени Дмитрия Федоровича Устинова проводит 10-ю церемонию вручения дипломов и нагрудных знаков выпускникам и состава военнослужащих российской авиабазы. И мы хотим нашу церемонию начать с того, чтобы обратить ваше внимание на экран и буквально двухминутный сюжет, как это все начиналось. Вот как раз в левом углу Владимир Николаевич вместе с Сергеем Николаевичем подписывают соглашение и вся организация учебного процесса и в середине диплом специалистов, которые мы выдавали. Теперь как раз это очень символично, мы предполагаем приезд директора переоборудовать уже в контексте ваших достижений. Пожалуйста. Одноминутный сюжет, мы посмотрим. Вот как этот процесс осуществляется в Праге. Имеет возможность получить дешевле банковское образование. Как писал Канда, имеет это работу, стал студентом. Для представления выпускников университета.